Я Айсулу Оспанова, предприниматель. Для меня очень важна дополнительная поддержка моего бизнеса, ведь начинающий бизнес – это занятость 24 часа в сутки. Времени всегда не хватает. А что, если мне создать собственный сайт? Ведь это поможет продвижению моей продукции на рынке. Я могу приобрести много новых знакомств, найти выгодных поставщиков и даже расширить географию продаж. Специалисты Национальной палаты предпринимателей «Атамикен» проконсультировали в вопросах информационных технологий, а на портале «Атамикен Сервисис» я ознакомилась с основой ведения сайта. Теперь я могу редактировать и добавлять материалы на своем сайте самостоятельно. Если вы предприниматель, которому нужна помощь по вопросу разработки и управления сайта, обслуживания информационных технологий, свяжитесь с палатой предпринимателей прямо сейчас. Это доступно для всех регионов, вам обязательно помогут.